Задача. Как зависит сила взаимодействия F двух точных зарядов? От величины одного из зарядов, если расстояние между ними не меняется. Так, значит, нам нужно найти, как связано F и один из зарядов. То есть, что произойдет с силой, если мы будем изменять величину одного из зарядов. Давайте вспомним формулу. Формула электрического взаимодействия зарядов. К, Q1, Q2 на R в квадрате. Нам сказано, что расстояние остается неизменным. И что мы изменяем только первый заряд. Второй заряд остается тоже неизменным. Получается, что это все константы, неизменные числа. То есть это какие-то числа. И форма у нас выглядит, грубо говоря, f равно x, это первый заряд. Вот его мы меняем. Вот тут у нас x. Переменная. На k q2 r в квадрате. А так как это числа, то формула выглядит примерно вот так. F равно x умножить на 7. Или на 20, или на 40. Так как это число, нам не важно. Главное, мы знаем, что график зависимости y от x или f от q в данном случае будет линейным. Ибо общая формула y равно kx плюс b. Не квадратичным. Не корень из, вот тут у нас корень из x, тут x квадрат, а тут 1 на x. У нас зависимость от заряда линейная, то есть чем больше заряд, если мы заряд увеличим в 2 раза, то и вся сила увеличится в 2 раза. Поэтому график будет линейным. Нужно выбрать вариант номер 2.